Итак, всем привет. Сегодня в стилинге мы приобрели вот такой вот ресивер. Но небольшая предыстория, прежде чем его распаковать. У нас так получилось, что телевизор, который находится в основной комнате, подключен к трековому. Телевизор, который находится на кухне, подключен к ресиверу, но фирмы Rawson, то есть вот такому вот. Он себя хорошо зарекомендовал, уже в течение года он нас, можно сказать, радует. Поэтому мы решили и в другой комнате поставить вместо комнатной антенны вот такой же ресивер фирмы BBK. И модель вот здесь можно посмотреть, которая, естественно, будет написана. Итак, давайте вскроем. Тут стоит помпа заводская. Вскрываем. Так. И смотрим комплектацию. Так. Первое, что мы видим, это тюльпаны. О них мы поговорим в отдельности, потому что они нам не пригодятся. Так, дальше мы видим. Так, что же у нас там стало? Батарейки. Пульт. Так, бутылка. А вот пульт, компактный довольно-таки пульт. Дальше. Сам, наверное, приемник идет. Угу. Сам приемник и мануальчик. Открываем приемник. Приемник находится в пленочке. Обычный штекер. С этой стороны мы увидим подключение антенны, тюльпаны, видео и аудио и HDMI вход. Тут для использования как медиаплеера или записи программ USB вход. А тут мы видим датчик включения-выключения. На панели нет никаких кнопок, то есть все управление идет с помощью пульта. Итак, что касается теперь тюльпанов. Поскольку в другой комнате у нас довольно-таки старый телевизор, тот еще со времен начала 90-х, который считался именно что настоящим Самсунгом, он у нас никогда не ломался, то есть довольно-таки качественная вещь. И там нету подключения тюльпанов, там есть только подключение SCART. Поэтому был также взят вот такой вот провод за 490 рублей, который будет нам способствовать в этом. Сейчас, чтобы просто много времени отвлекать, я его распакую и покажу, почему именно он нужен. А установку и так далее можно, мне кажется, будет не показывать, потому что это и так все знают. А если и нет, то можно без труда найти в интернете. Так. Все у нас что-то разлетается. Так. И по-быстренькому. Опа. То есть с этой стороны у нас SCART. Он будет вставляться непосредственно в телевизор, а с этой стороны у нас тюльпаны, которые так же, как и эти, подключаются в нужные гнезда. Итак, на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока!